Королева Елизавета II выиграла на скачках более 8 миллионов долларов. Королева Великобритании Елизавета выиграла в общей сложности более 8 миллионов 800 тысяч долларов США на скачках за последние 30 лет. С 1988 года чистокровные лошади королевы одержали 451 победу из 2815 забегов, что составляет 15,9% выигрышей. Прошлый год стал самым прибыльным для правящего монарха, а ее лошади заработали 731 413 долларов США. 2017 год оказался также удачным годом, когда 20 побед принесли королеве 542 531 доллар. В общем, это делает 91-летнюю королеву 11-й среди самых успешных владельцев скаковых лошадей за 30-летний период. Когда королеве Елизавете II исполнилось 4 года, ей подарили шотландского пони, поэтому она с раннего возраста очень заинтересовалась лошадьми. По мере того, как королева становилась старше, она стала опытным всадником и часто посещала официальные церемонии верхом на лошади. Она унаследовала несколько своих лучших чистокровных скакунов после смерти ее отца, короля Георга VI, в 1952 году. И в 1954 и в 1957 годах она была названа лучшим владельцем скаковых лошадей Великобритании. В этом сезоне лучшим скакуном королевы является лошадь по кличке Дартмут, которого тренирует сэр Майкл Стаут.